Всем привет, это новое утро на телеканале ТНТ, и как всегда с вами четверка ведущих. Алина Алексеева, Марина Кравец, Ульяна Пылаева и, сейчас подождите, Михаил Белянин. Хочешь узнать, какой будет твоя жена в будущем? Посмотри на ее мать. Так ли правдиво это утверждение? Мы узнаем сегодня. Татуху бьем. Здесь череп. Так, а хорошо. Здесь сердечко. А, учитывая, что они... А, надо снять колпачки. Да, обычно так работает маркер. Ананасы. Ананасина. 22 ноября все отмечают День психолога. Девчонки, скажите, вы ходите к психологу, общаетесь, рассказываете о своих проблемах? Кто как это? Пару раз я была у специалиста, но теперь все хорошо. Все проблемы позади. Я уверен, что у Алинки есть психолог. Почему? Ну, нет, послушайте, но этот этап я уже давно прошла, у меня уже психотерапевт. Я же взрослая, я уже выросла, проблема другого уровня. Но мне не устроилось, что там надо очень много плакать. Ты хочешь поговорить об этом? Ты ходила? Я хотела, но передумала. Я ходила, и действительно там условия. Ты приходишь, должен что-то рассказывать и рыдать. А я думаю, я и так каждый день рыдаю. Ну, как бы смысл, ну... Ложитесь, пожалуйста, поудобнее, да. И... Расскажите. Ты серьезно хочешь, чтобы я в этом наряде слегла поудобнее? Слушай, тебе нужно к психотерапевту. Позвони мне. У меня два психолога. Два психолога? Два психолога. Один какой? Утренний, другой вечерний? Как ты разрешил? Или один психолог другого? Я думаю, что Ульяна их обоих придумала. У меня два психолога. Кстати, вот они. Один справа, другой слева. Нет, на самом деле, один мужик классный. Борис, привет вам. Привет, классный мужик. Он готовил меня к проекту танцы. То есть не хореограф, а психолог. Поэтому, наверное, ты вылетела в первом сезоне, потому что надо было готовиться у хореографа. Поэтому она влетела в пятый. Поэтому я дошла до финала. Миша, Борис не кот, кстати говоря. Борис не кот. Рыжий вот этот из рекламы. Второй психолог кто у тебя? А второй психолог просто для повседневной жизни, который ни к чему меня не готовит. А можно вот спросить, а кто больше денег брал? Просто мужик Борис или психолог, который второй? Борис, мужик Борис. Я понял схему. То есть дело в том, что для повседневной жизни это такой basic, да? На каждый день психолог. Но когда сложная проблема, пора вызывать Бориса. Бориса. Вот серьезно, ничего же в этом плохого нет, если периодически мы будем обращаться к каким-то таким специалистам, чтобы вот немножко разгрузить голову, перевалить на кого-то свои проблемы. Я с тобой согласна. С кем-то надо обязательно делиться, разговаривать. Мы не говорим о больших суммах, мы говорим о человеке, с которым можно просто... Особенно, если обсудить. Тебя вообще в жизни никто не слушает. Ну, такой часто да, такое бывает, правда. Вот она, это реально, там мы сталкиваемся с тебя, подожди, с этим каждый день. Очень много. Очень много. Спасибо. Молодец, кудряшка, правда. Миш, а что по тебе? У тебя-то есть? У меня нет, но я думаю, что действительно нужно как-нибудь сходить, потому что зубы мы лечим, другие болезни лечим. Почему бы не сходить к психологу, чтобы не получил твой голос? Сейчас мы, кстати говоря, этим и займемся. Дело в том, что многие психологи используют так называемый тест Роршаха. Тест Роршаха. Ты подготовил? Ты знаешь его, да? Да у них только один тест, потому что вы психолог, да, нет. И второй это тест Роршаха. Тест Роршаха. Что это такое? Показывают такие карточки, на них какая-то мазня, а ты должен выдать свои ассоциации, которые выдает твой мозг, видя эту мазню. Вот мы сейчас попробуем провести тест Роршаха, я вам что-то буду показывать, потом вы будете выдавать ваши ассоциации, а потом я расскажу, что это было на самом деле за картинка. А потом ты нам поставишь диагноз. Вдруг какой-нибудь психолог посмотрит? Мы сейчас друг другу сможем помочь. Мы четыре психолога. Мы сейчас излечим друг друга от всех проблем, да? Да. Раздевайтесь. Да. Первую картинку из теста Роршаха вы видите, пожалуйста, на экран. Вот это. Что вот. Вы видите здесь? Я могу... Шумного доктора. Я думаю так. Мне кажется, смотри, это человек, у которого нет головы. Человек без головы, он потерял ее. А что ты думаешь, Олег? Ну, это что-то же явно, да, у всех такие эмоции вызывают, такие, вот что-то такое. Это похоже на клюв с рукой, но у меня это с чумным доктором. Клюв с рукой. А где клюв, покажи, пожалуйста. Внизу клювик. Клювик с рукой. Ну, у меня это рок-музыкант, который ест ананас. Он заодно и поет такой. Давай попробуем проработать вот Алинкину проблему. Я не хочу это прорабатывать. Я абсолютно соответствую своим проблемам. Дайте ананас. Дайте попеть. Ананас, рок-музыкант. Твоя кожаная куртка, она опять же об этом говорит. Да, здесь рок-музыкант, а здесь ананас. Я соответствую этой картине. Ананасы. Ананасина. А давайте посмотрим, что же это на самом деле. Что за рок-музыкант и что за ананас. Да. Простите. Ну, ананас есть. Угу. Давайте дальше. Следующая картинка. Сначала первая ассоциация, которая в голове. Марина. Кто-то снимает с себя маску. Вот он становится тем, кто он есть на самом деле.
Алин, вот ты как человек, который ходил к психологу, проработай сейчас, пожалуйста, Маринину проблему. Что ты сказала? Я не слушала. Вот даже не все так говорят. Почему-то. Короче, это какой-то человек, который снимает с себя маску, потому что ему надоело быть тем, кем он пытается казаться для других. А, ну это ты. Это ты! Понюхаешь цветы. Слушай, тебе действительно надо быть психологом. А сколько стоит у вас прием, простите? Я забыла. Ульяна, ты пошла бы к такому психологу? Обязательно. Это ты нюхаешь цветы. Обязательно. Я еще корректно сказал. Посмотрим, что же. Знаете, что я поняла? Что все, что на белом фоне черным закрашено, все рождает не очень приятные ассоциации. Даже если там ребенок с пеной. А вот сделали бы оранжевую картинку на зелененьком фончике, и все, класс! И было бы по-другому. Посмотрим на оранжевую картинку. Давай, представь, что она оранжевая. Мария. Давай. Вот она. Вот, оранжевая картинка. Потрясающая оранжевая надгробие. Совсем надгробие. Другое дело. Что, какие ассоциации возникают, Ульяна, у тебя? Надгробная плита. Может быть, это дверь, там неизвестность. Не, ну это попа кота, очевидно. Не в разрезе, просто вид сзади. Кстати, когда ты сказала не в разрезе, я себе представил в разрезе. Знаете, помните, как вот приходишь к врачам, а там висит разрез человека вот это, а я вот кота сейчас. Миша, давай проработаем это. Хорошо, давай проработаем. Вот я тоже вижу теперь попу кота, к сожалению. Я не понимаю, да. Как вы это видите. А что, ты не видишь? Вид сзади. Давай не будем просить их объяснять, окей. Марин, давай не будем. Ульян, для тебя это что? Надгробие. Все. Позитивно. Ничего не изменилось. Стою на своем. Окей. Это говорит о том, что ты жизнерадостный, позитивный человек. Да, так и планируешь все заранее. Ты закопала свои проблемы. Да? А что же это такое? Да. О, Господи! Ну, это моя любовь, оказывается. Нет, ребята, оказалось, это действительно попа кота. Давайте поаплодируем. Следующая картинка, будьте добры. Да, пожалуйста, первая ассоциация. Какую эмоцию вызывает у вас эта картинка? Отвратительно. Отвратительно. Неприятно. Неприятно. А мне кажется, это секси-русалка. Секси-русалка. Да. Блин, это стопудово Бузова. Отвратительно, неприятно. Секси-русалка, смотрим. И это стопудово. Секси-русалка. Это секси-русалка. Ну что, мы все свои проблемы, так сказать, вывалили, обработали их, помогли друг другу, да? И помогли. Теперь нам пора пойти к психологу и рассказать о том, что мы здесь пережили. Это «Новое утро» на телеканале ТНТ. Мы продолжаем. Совсем недавно на телеканале ТНТ вышел новый сериал, основанный на реальных событиях «Перевал Дятлова». И сегодня у нас в гостях актрисы, сыгравшие в этом сериале, Мария Мацель и Ирина Косомара. Встречайте. Привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Привет, привет. Присаживайтесь. Привет, девчонки. Привет, привет. Так. Ну что, сериал «Перевал Дятлова». Тема очень непростая, потому что огромное количество мистических историй, которые с этим связаны. Накладывало ли на вас это какой-то дополнительный отпечаток в тот момент, когда вы работали над сериалом? Вообще, в принципе, не было ощущения, что ты снимаешься в какой-то очень тяжелой мистической истории, и тебе надо все время как-то это контролировать, потому что очень у нас была какая-то дружественная атмосфера, и очень все было легко и весело, и интересно, и поэтому... Все так и воспринималось. Ага. Девчонки, а как кастинг проходит в мистические такие сериалы? Что я тоже актриса, но в основном комедийный жанр. Вот. Я знаю, что когда ты проходишь пробы, допустим, какие-то комедийные проекты, всех охотят вот так вот прям. Это считай, что все, взяли тебя. А вот у вас как? Все должны были бояться вас? Нет, в первую очередь, наверное, должна была быть схожесть с персонажем, ведь это внешне? Реальные люди, да, которые да. ходили в поход. И мы очень похожи, правда, вот если вы загуглите фотографии, мы очень похожи. Ну, это очень простой кастинг, я вам скажу. Это очень круто, это немало. Как проходили съемки? Тяжело ли было, страшно или не страшно? Как бы самую жесть мы снимали в Москве на склоне. И мы снимали в феврале. Но как бы это было очень холодно, даже не потому, что было холодно на улице, а потому, что было как-то зябко, и ты все время под ветром, под снегом, и ты все время вот... В снегу. Да, в снегу лежишь. Сколько часов? Ну, вот как смена, там 12 часов, бывало чуть поменьше.
Ну, то есть мы настолько обмораживали за дубль, что мы бежали, как сумасшедшие, в палатку и вот так у обогревателя грели. То есть у вас уже были серии, где текста было совсем немного, да? Просто было... 12 часов лежать в снегу, молча. Нет, просто тебе не надо вообще ничего играть. Ты просто реально мерзнешь и просто говоришь текст, который ты запомнил, и это отлично, органично, вообще ничего больше не надо делать. Подожди, этот фильм, в принципе, насколько я понимаю, очень так отличается от всего формата, который показывается на ТНТ. ТНТ про смех, про хорошее настроение. Что такого в этом сериале? Как его, в каком формате его подадут? То есть вряд ли как серьезная драма какая-то, нет? Нет, почему люди это будут смотреть? Почему его полюбят люди? Потому что это про людей в первую очередь. И это... Когда люди шли в поход, они не шли в какую-то мистическую историю. Да. Они шли очень весело и здорово, и было все круто. И они хотели влюбляться, хотели свободы, хотели жизни в полной мере. Угу. Всех приглашаем обязательно посмотреть сериал «Перевал Дятлова» на телеканале ТНТ. А теперь, девчонки... Перед тем, как мы скажем вам спасибо большое, мы хотим с вами сыграть небольшую игру. Дело в том, что во время похода люди с собой что-то берут всегда. Берут часто консервные банки какие-то. Нет, вас... в смысле не просто банки, с едой. Ну, то есть консервы. Да. А, консервные банки с едой. Да. Представьте, что у вас есть рюкзак, который вешается на спину. Вы туда кладете консервные банки. Ну, что-то хотите положить, у вас осталось место только для одной баночки. И сейчас на экране вы увидите 9 консервов. Ваша задача — отмести те, которые вам не нравятся, для того, чтобы осталась только одна. Причем не просто отмести, а рассказать, почему вот это вам не нравится. Короче, вы не хотите брать что-то и аргументируйте, почему. Маш. Да, хорошо. Я уберу фарш колбасный. Почему? Потому что моя сестра вегетарианка, и она меня потом съест. Будет... Да. Так что я уберу фарш колбасный. Убираем фарш колбасный из-за сестры вегетарианки. Дальше. Я убираю тюльку обжаренную. Почему? Тюлька обжаренная. Она обжаренная. Мы в походе. Вдруг живот. Что делать? Ну, термическая обработка — это хорошо. Ну, ладно, убираем. Все равно. Тюлька ушла. Сырую бы взяла еще. Идем дальше. Я уберу бычки обжаренные. Мне кажется, что... Да нет, мне кажется... Я просто не курю. Зачем нести с собой пепельницу? Зачем мне это надо? Я убираю и Васи. И Васи, и... Или Иваси. Тихоокеанские. Потому что Тихий океан сейчас находится под угрозой, мы должны его защищать и не есть Иваси. И отпустить консервы обратно. Дальше, товарищи Маша. Тихоокеанскую убрали. Я уберу паштет из печени тресковых рыб. Почему так звучит красиво? Потому что треска воняет. Я вот недавно ее приготовила, и она очень сильно пахнет. Кстати, сейчас обязательно убираем... смотри нашу программу, мы рассказываем, как готовить вкусную еду даже из паштета, из печени. Чтобы не воняло из бычков. Но сейчас паштет нас покидает. Пока паштет. Что убираем еще? Ряпушка в томатном соусе, бедняга, улетает. Да, наверное, мало кто говорит вообще в жизни фразу «вот сейчас бы ряпушки». Ира, а если бы тебе предложили сыграть сейчас ряпушку, вот какая она, ряпушка, какой у нее характер? Ну, она какая-то очень... Ряпушка. Очень в соусе. А ты его почему не стираешь? Ну, потому что она в томатном, и она должна впитывать. Все отлично. Дальше. Голубушка, да вы ряпушка. Убираем ряпушку. Уберем завтрак туристов. Ага, сестра пришла. За веганов. За веганов, за веганов. Почему? То есть, опять же, потому что не едим мясо? Ну да. А туристы остальные едят? Ты же не одна едешь. Ты у всех туристов завтрак отобрала. Мой рюкзак. Твой рюкзак. Хорошо, убираем, потому что... Ее, правда. Ее, да, ее рюкзак. Итак. Да, мы убрали говядину, это очень жалко. Но ничего, я была за вхозом, и я была ответственная. Да. Вернусь говядину. Мы бы, да, вернуть говядину. Что же ты убираешь, Ира? А, видимо, килька. Кильку? Не разделена. Почему ты кильку не разделена? Только потому, что останутся куски скумбрии. Итак, в ваш виртуальный рюкзак отправляется вот эта баночка со скумбрией атлантической в кусках. И мы подумали, что виртуально это маловато. Мы сейчас предлагаем вам отведать этой атлантической скумбрии в кусках. Внесите! Yeah.
обязательно. Мы отличный выбор сделали. Отличный выбор. И вы сделаете отличный выбор, если будете смотреть сериал «Перевал Дятлова» на телеканале ТНТ. У нас в гостях Мария Мацель и Ирина Косомара. Очень часто при покупке продуктов прикорма для малышей мама обращает внимание на фразу «не содержит сахара». Но так ли полезны эти продукты? Действительно ли они не содержат сахара? У меня масса вопросов на эту тему, и поэтому мне нужен был эксперт. И он у меня есть. Юлия Бережанская, врач-педиатр. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну и, конечно же, вопросы будут не только у меня, но и у молодой мамы Дарьи Фроловой. Даша, проходите, пожалуйста. Доброе утро. Доброе утро. Я думаю, что кое-что спросит и Миша. Итак, Юлия, сахар полезен, бесполезен или опасен для малышей? У детей на первом году мы не вводим сахар белый кристаллический специально. Этого не требуется по причине того, что естественный сахар содержится в достаточном количестве во фруктах и в овощах тех же самых. На некоторых упаковках даже есть такое страшное слово «мальтодекстрин». В принципе, слово не страшное, да, звучит непонятно, но по сути это тот же самый сахар. Мальтодекстрин – это промежуточный продукт переработки крахмала. Патока. Наверняка знаете такое слово. Это уже простое и понятное. Выделяют его из разного крахмала. И это может быть кукурузный крахмал, картофельный крахмал или пшеничный крахмал. Соответственно, если мы говорим про прикорм, мы выбираем первое блюдо. Это монокомпонентное, безмолочное, безфруктовое, где есть только один компонент. Да. И дальше мы смотрим, что за этим одним компонентом идет в составе. Если там есть мальтодекстрин, то, соответственно, плюс идет вот этот вот условный сахар и, соответственно, новое вещество. Потому что это может быть кукуруза, может быть картофель, может быть пшеница. И если будет какая-то реакция, мы не сможем определить, на что это. На кашу, на саму или на вот эти вот составляющие. А в чем заключается его вред? В принципе, мальтодекстрин не вреден какими-то конкретными последствиями. Но есть риск того, что ребенок будет переедать, потому что мальтодекстрин также повышает еще и калорийность пищи, калорийность продуктов. И суть биохимических процессов в организме та же самая, что и при приеме обычного сахара. Впоследствии, в будущем, если регулярно и часто и злоупотреблять, то могут быть обменные процессы нарушены, риск ожирения, ну и это не есть хорошо. Мне кажется, Миша ест с большим аппетитом. Юля, значит, каша даже не обязана быть сладкой, чтобы нравиться ребенку? Безусловно. Дети привыкают к каким-то продуктам. И в наших руках от того, какие блюда мы им даем. Но все-таки в каком возрасте максимально безвредно ребенку предлагать сахар? До года мы стараемся не вмешиваться. Дальше, если есть в этом потребность. Потому что ребенок привыкает к тем продуктам, которые он ел, и в год примерно переход идет на общий стол, и вот тогда какие-то нюансы могут быть. Юля, скажите, а на какие ингредиенты стоит еще обращать внимание при покупке первого прикорма? Смотрим состав более внимательно. Состав может состоять из нескольких строчек. Первые 2-3 компонента – это то, что занимает большую часть прикорма. Идеально одно чистое вещество, тот монопродукт, который мы начинаем вводить. И желательно, чтобы это был не сахар и не мальтодекстрин. Да. Да? Даша, спасибо огромное вам за Мишу и за то, что вы к нам пришли сегодня. Миша, расти большим и здоровеньким. Юлия, спасибо огромное за ответы. Я надеюсь, мы вам, друзья, были очень полезны. Я не умею играть с детьми. Пожалуй, самая частая фраза, которую можно слышать от молодых родителей, особенно от пап. Как же развлечь ребенка и при этом не в ущерб себе? Мы сегодня об этом поговорим с Аленой Беляниной. Алена – дважды мать. Алена, привет. Привет. А еще Алена по совместительству – жена Михаила Белянина. Ваш аплодисмент. Марина, у меня сразу первый вопрос к эксперту. Какой? Ты как все попало, скажи. У меня сразу второй вопрос. Да. С кем дети, ребят? Слушайте, во-первых, первый вопрос, как обычно люди в шоу-бизнес попадают. А во-вторых, с няней все нормально. Они играют как раз в те самые игры, которым сегодня я вас и научу. Так, действительно, расскажи, пожалуйста, как развлечь ребенка, если, например, родители вот пришли, они устали. Да, пришли, устали. Но чаще всего бывает, что не то, что пришли, устали, а утром проснулись, да. Ребенок проснулся раньше и вставать не хочет.
хочется. Я как мать потомственная, моя мать была матерью, и моя бабушка была матерью. Так, это у вас династина. Это у нас династина. Я знаю... Я выбирала именно по этому принципу. Да, как имитировать радость от игр с детьми. Важный момент хочу сказать. Мы сегодня говорим о ленивых играх. То есть ленивые по отношению к родителям, да? Родители да, это такие энергосберегающий образ жизни ведут в данный момент, а дети как раз с ними как-то играют, развлекаются и так далее. Давай, я мать, которая хочет поспать, ты дочка года 3-4, которая вот знает, что такое маникюр. Что ты делаешь? Лучше вы давайте детям масло для кутикулы. Да, уже надо учить ребенка, что такое масло для кутикулы, потому что оно с кисточкой. Мои дети... И что я прошу, сделай, пожалуйста. Сделайте мне маникюр. Мои дети, они не девочки, но они делают мне маникюр, делают очень старательно, очень долго. Вот так вот, я просто говорю, попадайте прям в кутикулу. Да. То есть это минут 10 еще можно доспать. То есть ты спишь, тебе делают маникюр, у тебя огромное количество плюсов, да, в один момент. Классно. Да. Можно выдать лак, но это прям для рисковых мам, которых нет босоножек. Но, и можно прям... Можно прозрачный Пикассо. Лак. Ну, это неинтересно, детям неинтересно. Итак, кутикулы... лаком мы заняли, получается, минут 10-15, ногами минут 20. Да. Хорошо. Да. Еще вот эта штука, наверное, на балконе, вам 10 лет назад, ее кто-то дарил, вы не знаете, что с не делать. Вот доставайте. И вот, вот эта вот история... Ребенок мне здесь ребенок, кто? Ребенок стилист по прическе? Салоне, да, стилист по прическе. Делайте массаж, заплетайте косы, расчесывайте. Можете 100 миллионов расчесок им принести. Пусть они сбегают за расческой. Возьмет это расческой. То есть пока мама лежит, да, дитё... Ребенок суетится. Да, можете... да, маникюр сделали, педикюр сделали, прическу сделали. Да, выйти так никуда нельзя, но где-то час этим занять можно. Прикольно. Да. Прикольно. Лежишь, всё. Спишь, лежишь, спишь, спишь, занимаешь, встал, красивый, в лаке. Все-таки, если у вас если дочь вас... занята, а сын хочет сын внимания. Есть. Тогда можно отцу сыграть роль байкера. Можно забруталить себя какой-нибудь банданой, ну, вяжем бандану. Например, сюда, или типа того. Да, и делаем вид, что ты пришел байкер, ты хочешь татуху. В домашних условиях ты должен быть по торсу. Я должен, допустим, раздеться, но, условно говоря, я прошу сделать татуировку в тату-салоне. Ты уставший. Я уставший. Ты уставший? Уставший. Уставший, Миша, уставший. Я включил себе телевизор, смотрю телевизор и говорю, мне татуировку с орлом. Если ты очень дерзкий байкер. А вот есть же, да? Вот есть, но... Маркеры, которые легко смываются. Есть маркеры, это карандаши, они для фейс-арта. Отлично. Купите себе, это круто, они будут рисовать друг на друге, на вас, и на праздниках пригодится. И поэтому, Марин, давай, а ты лежишь, что ты такое активное? А, я лежу, да. Что, я тоже должна что-то... Да, ты будешь тоже ребенком, у Миши двое детей. Имитируй. Так, и что, мы просто вот... Мы вот рисуем... Да. Татуху бьем. Здесь череп. Так, хорошо. А здесь сердечко. А, учитывая, что они... А, надо снять колпачки. Да, обычно так работает маркер. Я еще молодая мама. Пиктограмма, что? Новое утро. Естественно, что я еще могла придумать? То есть, получается, вот такими играми можем добавить себе 20 минут сна, можем добавить себе полчаса времени вечером, когда ты вроде как играешь с ребенком, и получаешь красивые татухи, и ничего не делаешь. Кстати же, и в доктора можно так поиграть. Слушайте, ну это классика. Папа легко изобразит больного утром после вечера пятницы. Папа нелегко изобразит здорового, а вот... Слушайте, а с доктором это одна из любимых игр. У каждого, наверное, есть такие чемоданчики, но если с детским набором, но если нет, это еще даже лучше. Потому что в нашей аптечке много всего. Во-первых, перчатки. Ага. Давайте детям одевать перчатки. Они будут минут 50 вот так вот одевать их, потому что это очень сложно. Вот на маленькие ручки вот это вот все. Им интересно и очень долго будет все. Ребят, мне безумно было приятно видеть вас вместе. Алён, спасибо тебе большое за твои советы, как поиграть в ленивые игры родителям. Но я знаю, что ты увлеклась занятиями на пилоне, поэтому мы ждем тебя в нашей следующей рубрике в следующий раз. Успехов тебе в новом начинании. А я как же... Еда должна быть не только полезной и вкусной, но и красивой. Сегодня Ольга Морозенко подскажет нам, как сделать очень быстрое, вкусное, классное и красивое блюдо. Доброе утро. Доброе. Я тебе сегодня покажу классный, быстрый, горячий тост с такими полезными продуктами, как авокадо, сыр и сварим яйцо пашотка. Давай. Так, для начала мы поставим закипать воду. В ней мы будем варить яйцо. Так. Мы обжариваем на сухой сковороде хлеб, буквально до хорошего коричневого цвета с одной и с другой стороны, чтобы он оставался внутри мягеньким, но стал хрустящим. Разобьем яйцо в миску. Мы так делаем, чтобы потом сварить
Пашот. О, дабл яйцо. Знаете, гораздо быстрее все случилось, чем мы ожидали. Сразу два яйца. Смотри, мы наливаем чайную ложку уксуса. Можно взять столовый, можно взять яблочный, рисовый, винный, без разницы. Здесь уксус будет играть роль компонента, который будет помогать белку сворачиваться и не разваливаться хлопьями. Вода у нас сейчас едва побулькивает на дне, такие вот пузырьки. Она не должна бурлить. И вот именно в такой воде нужно варить яйцо пашот. Мы сейчас отрегулируем температуру. Давай поставим сюда поближе на маленькую конфорку. Давай. Вот вода кипит. Яйцо у нас есть, мы его сразу же перчим, солим. Так, делаем венчиком воронку, закручиваем в середине. А, это обязательно для шоу. Ну, чтобы пашот, оно не расплылось у тебя и сформовалось. Ага, воронка... вода его сама. Да, воронка его скрутит. Сейчас прикольно. Вода немножечко успокоится, а то у нас получится, что желток убежит в сторону, а белок останется отдельно. Воронка должна такой тоже быть достаточно слабенькой, пузырьки идут. Но воронка еще пока держится, да? Да, она крутится, видишь, обрати внимание. Чуть-чуть, да. И вливаем яйцо. Как классно, я вообще не знала о таком лайфхаке. Вот действительно, все, оно все собранное. Да, собирается, закручивается, и, в принципе, варим с тобой 2,5-3 минуты. Классно. А зачем ты сейчас прижала? Я сейчас его формую, чтобы оно было не плоское, а более такое вытянутое. Мы с тобой готовы уже к сборке тоста. Берем тарелку, поставим сюда, выкладываем теплый поджаренный хлеб. Мы достаем авокадо. И порежем. Да, и красиво порежем. Так, следим за яйцом пашот, чтобы оно не переготовилось. 2,5 минуты мы варили яйцо пашот. Достаем и перекладываем давай на салфетку, чтобы лишняя влага с него стекла. Давай. Как, вот так? Да. Я не испорчу? Нет. Откуда ты знаешь? Ты что, смотрела эту программу? Так, мы пожарили с тобой тост, приготовили авокадо, нарезали его, сварили яйцо пашот, и теперь нам нужен сыр для тоста. Сыр нарежем тоненькими слайсами и положим сверху на тост. Выкладываем авокадо, яйцо пашот, перчим. Слушай, сыр. Ну классно! Нам нужно оливковое масло. На топ выкладываем рукколу. Марин, ну и самый ответственный момент. Сейчас разрежем яйцо пашот, чтобы оно красиво потекло. А мы его найдем там? Да. Так. Вот такой сытный завтрак мы сегодня приготовили. Приятного аппетита. Я с удовольствием, я пошла. В последнее время очень популярна тема здорового образа жизни, здорового питания. И один из самых популярных советов – ребят, если вы хотите питаться правильно и здорово, следите за гликемическим индексом. Что это такое? Почему я должна за ним следить? Об этом сегодня поговорим с врачом-диетологом, эндокринологом Сарой Григорян. Здравствуйте, Сара. Здравствуйте, Марина. Здравствуйте, Алина. Расскажите, пожалуйста, сразу, что такое гликемический индекс? Это относительный показатель влияния углеводов в продуктах питания на изменение уровня сахара в крови. Чем выше гликемический индекс, тем большее количество глюкозы попадает в организм. Должно попадать много или мало? Я вот настолько вот... Не шарю. Нужно питаться сбалансированно. В организм должно попадать нужное количество углеводов. Это примерно 50% суточного рациона. Но вообще нужно учесть, что все-таки продукты с высоким гликемическим индексом не полезны. На глюкозу, которая попадает в кровь, выбрасывается инсулин. Это абсолютный анаболик. И под воздействием инсулина все в организме только строится, только накапливается. Да. И если попадает избыток глюкозы в организм, то это сразу переходит в жировые депо, превращается в жир, в гликоген, что не очень-то и полезно. Правильно ли я понимаю, что за уровнем гликемического индекса поступающего, да, должны больше следить люди, у которых есть проблемы со здоровьем? За гликемическим индексом непременно нужно следить тем, у кого уже диагностированный сахарный диабет, ожирение, хронический
хронические заболевания, непременно, прямо вот восклицательный знак. А те, у кого, в общем-то, нет проблем с сахаром в крови, им также целесообразно соблюдать все-таки. Ну, поспокойнее смотреть, к этому можно относиться. Поспокойнее относиться. Давайте наглядно рассмотрим самые популярные продукты и распределим их в три так называемые зоны. Зеленая – это продукты с низким гликемическим индексом, красная – с высоким, и оранжевая – пограничная зона. Итак, давайте поймем сначала. Это условная шкала, которая колеблется от 0 до 100. В диапазоне от 0 до 45 находятся продукты с низким гликемическим индексом. От 46 до 59 – это продукты со средним гликемическим индексом. Это оранжевая зона, так сказать. А от 60 и выше – продукты с высоким гликемическим индексом. Все продукты из зеленой зоны мы можем есть в неограниченном количестве. Абсолютно. Класс. Точно. Поехали, давайте. Молоко. Это обычное коровье, да? Да, довольно популярный продукт. Молоко относится к оранжевой зоне. Это продукт со средним гликемическим индексом. Спокойно жирность молока мы не учитываем? В данном случае это серединка. Нет, Марина, в данном случае учитывается только наличие углеводов в продукте. То есть продукты из оранжевой зоны мы должны употреблять, ну, как бы с осторожностью. Умеренно. Да. А красное точно нет или крайне редко? Крайне мало, да, дозированно. Крайне мало, очень правильно определила Марина. Мало, ограничено. Давайте пробежимся по следующим продуктам. Гречка, ой, наверняка зеленая. Зеленая зона, да? Нет, гречка – это продукт, углеводистый оранжевая. Продукт, который также находится в среднем диапазоне, да? Но это очень полезный продукт. Но такие продукты, как гречка, овсянка, их лучше употребить в первой половине дня. Дальше. Фухо. Здесь мы отгадаем. Это, конечно, зеленая. Конечно, зеленая. Есть можно. Молодцы. Я хочу сказать, что сахар находится в красной зоне. Это очень калорийный продукт. Это чистая глюкоза, соответственно, она, в общем-то, не полезна для здоровья. Неважно, сахар тростниковый, белый, фруктоза, все что угодно. Это все любой сахар. Любой сахар. Капуста. Ага. Замечательно. Зеленая. Великолепный продукт в любом виде. Это белокочанная, это краснокочанная, это брокколи. Естественно, она находится в нижнем диапазоне. Зеленая зона. Зеленая Дальше. Зона. Давайте. Картофель. Картофель, конечно, высококалорийный продукт с высоким гликемическим индексом. Особенно, да, это любимый продукт, фаворит наш, и тем не менее он не очень полезен. Это красная зона. Это красная зона. Но если с капусткой кисленькой, то, в принципе, и с сахарком присыпать. Ну, да. Огурцы. Огурцы – замечательные овощи. Зеленая зона. Угу. Дальше. Булочки! Ой, мы с тобой булочки. Хором, давай кричать, пока будет Сара говорить, потому что иначе нам запретят их есть. Булочки – это, конечно же, красная зона, особенно сладкие булочки. Особенно с пудрой или с изюмом, или с кремом, которые… К сожалению, это очень вкусный продукт, тем не менее, он не очень показан. Сара, вы едите булочки с кремом? Вы знаете, ем. Вот. Меня, наверное, убьете, но нет, я их вы ем. Это сделаете мы вас правильно. Не убьем, что мы из одной компании. Но... Мы с вами из красной зоны. Мы все тут булочки. Я просто соблюдаю некий баланс. Все-таки ем и трачу. Ага. Вот и хорошо. Все. Грецкий орех. Грецкий орех и вообще все орехи довольно калорийные продукты. Но удивительно, что они находятся в зеленой зоне. Их гликемический индекс, в данном случае индекс грецкого ореха, примерно 15. Это очень полезный продукт. Орехи – это прекрасно. Дальше – томаты. Вот тут спорный момент, да? Туда-сюда. Нет, определенно. Томаты находятся в оранжевой зоне. А, дальше, следующий продукт, пожалуйста. Манка. Манка. Ну, тут все ясно. О, манка, что это... Ты думаешь? Я думаю, красная. Совершенно верно, Алина, совершенно верно. Я тоже причем, тогда так думала. Причем гликемический индекс манки находится за оптимумом верхним. Ай-яй, выше 100. За 100, да. Дальше. Овсяная кашка. Ну, это оранжевая зона. Ну, овсяная, я люблю туда добавить оранжевая. Корицу, мед. Орехи. Сало. Сало, вот, картошки. Что там еще из средней зоны? Ну, там... Макароны и помидоры. Крабовые палочки. Алина, сразу предупреждаю. Мед – это продукт с высоким гликемическим индексом. Морковь. Конечно. Ну, зеленая зона.
Морковь, свежий корнеплод, находится в зеленой зоне, а вот, например, отварная морковь, она находится в оранжевой зоне. Как это случилось? Ну, вы понимаете, при обработке, не-не-не, при кулинарной обработке у некоторых продуктов меняется гликемический индекс. Самое смешное, что морковь в оранжевой зоне совсем не видно. Сара, спасибо большое. Теперь, я надеюсь, наши зрители будут более тщательно подходить к выбору продуктов. А мы-то с тобой по булочке сейчас навернем. Ну, последний раз. Ну, вот все. Последний раз. С понедельника только зеленая зона. Конечно. Спасибо большое, Сара. Спасибо, спасибо, Мария. Спасибо, Олега. Хочешь узнать, какой будет твоя жена в будущем? Посмотри на ее мать. Так ли правдиво это утверждение? Мы узнаем сегодня. У нас в гостях Анна и Владимир Левкины и мама Ани Оксана Жаркова. Здравствуйте. Здравствуйте. Володь, ну что, скажи, Аня похожа на Оксану? Как по отчеству он обращается или как? Или мама Оксана? Ну как он называет основу? Мама Оксана. Мама Оксана. Вот на маму Оксану как? Похожа Аня? Не очень. Не очень похожа. Это плюс или минус? Где-то плюс, где-то минус. Какой дипломат, Владимир. Дипломат, да-да-да, пытается пройти по этому тонкому льду. Сейчас мы проверим, действительно ли похожа или не похожа дочка на маму. Уважаемые наши красотки. Могу я так обращаться? Да. Сейчас мы попросим вас занять место в этих креслах. Мы будем задавать вам вопросы, на которые вы будете давать ответы. Будете писать их в планшетах, мы увидим, что вы написали, а Владимир прокомментирует со своей колокольни, не подкаблучной, а честной, да? Что же он об этом думает? Итак, девушки, да, занимайте, пожалуйста, ваши места и поехали! Девчонки, думаем быстро. Первый вопрос. Кто должен быть главным в семье? Итак, М или Ж, да? Так мне кажется, того. Да. Угу. Так. Обе дамы ответили, что муж. Ну, естественно, мужик должен быть главным. Да, все похоже, сходится пока что. Я согласен с женой. Должен быть мужик, значит, мужик. Хорошо. Стирайте, идем дальше. Следующий вопрос, пожалуйста. Вопрос номер два. Сколько процентов зарплаты муж должен вкладывать в семейный бюджет? Что скажет мама? Если в первом вопросе было абсолютное совпадение, то здесь есть небольшая разница. Значит, дочка написала, что муж должен давать 100%, а вот ее мама написала, что 70%. Видимо, 30% он должен давать маме. Следующий вопрос. Могут ли супруги уезжать на отдых отдельно друг от друга? Да, нет. Итак, сейчас Володя держит пальчики. Хоть бы да. Итак, посмотрим. И эти ответы говорят о том, что дочка очень похожа на маму. А почему нельзя отдыхать отдельно? Я не понимаю. Владимир, Володь, ты что не думаешь? Хочет отдыхать отдельно. Я думаю, что это... Вы же главный в семье, вы настояли на этом. У меня и с женой хорошо отдыхается. Ну, с друзьями тоже неплохо иногда бывает отдохнуть. Объединить как-то можно? А теща друг? Теща... Человека. Подумай пока. Корректный выверт. Продолжаем следующий вопрос. Пока что действительно очень и очень похожи мама и дочка. Следующий вопрос. Сколько процентов зарплаты можно потратить на шопинг? Оксана. Так вот, где эти 30%? То есть 70% в семейный бюджет, 30% на шопинг маме. Ответ Ани – бесконечность. Бесконечность. Видимо, все-таки Аня еще не до конца умеет делить бюджет, все-таки молодожены, а вот Оксана уже в этом поднаторела, знает. 30% сюда, 30% и не сюда. Больше. Четко. Идем дальше. Следующий вопрос. Следующий вопрос. Кто платит за коммуналку? М плюс Ж ответила мама, и жена ответила жена. Володь, тебе очень повезло, то, что жена платит за коммуналку, правда? Да. А ты вообще знаешь, как это делается? Нет. Ты пробовал когда-то? Нет. Счастливый человек. Это семейное счастье, когда тебе не нужно заполнять эти счетчики. Вот здесь смотри, как красиво. М плюс Ж равно коммуналка. Оксана. Или завтрак. Там как повезет. При ссоре с мужем нормально ли уезжать пожить к маме?
Нет, это ненормально, говорят девчонки. Да вы так похожи. Просто, мам, вы против, когда к вам дочка приезжает? Совсем не хотите? Нет, я не против. Ну, если они там поскандалили, все равно пускай вместе будут. Мама Оксана, скажите, а вот если они поскандалили и приехал Володя? Вот вы примете его, что скажете? Нет, скажу. И в следующий раз вдвоем придете, но иди к своей жене. Давай, финальный вопросик. Опишите одним словом, идеальная жена должна быть, вот какой она должна быть. Напишите, пожалуйста, это слово. Итак, идеальная жена должна быть, по мнению дочки, по мнению Ани, самой собой. Правильно? Да. Да. А по мнению Оксаны, идеальная жена должна любить... саму себя. Девочки, спасибо огромное. Спасибо большое. Володь, скажи, пожалуйста, тебе понравилось, как отвечала Оксана, как мама Оксаны отвечала? Да, понравилось. Ну, даже чуть-чуть лучше, чем жена. Это говорит, знаешь, о чем? То, что с годами твоя жена станет чуть-чуть лучше. Конечно. Понимаешь? Да. Итак, наши ответы дали понять, что действительно дочери очень похожи на матерей. Но выбирая себе жену, слушайте в первую очередь свое сердце. Сегодня с вами были Марина Кравец, Миша Белянин, Ульяна Пылаева и я, Алина Алексеева. Мы прощаемся с вами, но ненадолго. Увидимся через неделю на ТНТ. Я буду смотреть вашим.